В Южном океане уже 6 лет пылает война. Они развернули дельту, игра началась. А в древних морях Антарктики льется кровь. Боже. Морские пастухи и солдаты этой войны. Их командир, капитан Пол Уотсон. Они сражаются против группы японских рыбаков, которые охотятся на китов. Застрелили. Морские пастухи говорят, что китобой нарушает международный запрет на китобойный промысел. Китобои говорят, что убивают китов легально в научных целях. И те, и другие уверены, что закон на их стороне – это их битвы, это их война.